Около 25 миллионов леев перечислено из государственного бюджета на субсидирование налоговых платежей, связанных с заработной платой. Получатели – 445 компаний и предприятий. В то же время правительство выделило еще 176 тысяч леев на покрытие процентов по кредитам, которые взяли 24 экономических агента. Поддержка предназначена для предприятий, пострадавших от пандемии. Правительство решило субсидировать на все 100% выплату подоходного налога и других обязательных платежей некоммерческим предприятиям, которые остановили или приостановили работу во время чрезвычайного положения, чтобы помочь им выйти из кризиса. По решению правительства, субсидии в размере 60% от суммы подоходного налога и других обязательных платежей получат и другие компании. Предприниматели, желающие воспользоваться этими льготами, должны подать заявление в налоговую службу. В то же время по инициативе главы государства Игоря Дадона была запущена программа для экономических агентов, предусматривающая компенсацию процентов по кредитам. Ее цель – помочь предпринимателям с выплатой зарплаты и при этом продолжить инвестиции, запланированные на этот год.